вот это утречко, вот это накрыло. Снег просто валит и валит. И вот так вот идешь, идешь себе через парк, на работу спешишь, снег валит, и неизвестно, ходят трамваи или нет. Может быть, там еще не расчистили, поэтому можно конкретно опоздать на все эти мероприятия. Дорожки-то тут в парке тоже не почищены. Но красотища, ого-го. Утро прям вообще. Температура как раз небольшая. И красота. Но осадочек все равно присутствует, потому что микроскол этот, конечно, не дает покоя. Сейчас придем в более спокойную обстановку, и я сниму, что у меня случилось, какое горе. Вот, будем решать, как спасти наш телефончик от разрушения. Недавно обнаружил у себя в таком защищенном чехле, как оно могло появиться, конечно, непонятно. Вот, если будет видно, микроскол, трещина. Но она как-то внутри расположена. То есть сверху вообще не ощущается никак. Наверное, был придавлен телефон мой в кармане, поэтому произошел такой скол. Можно, конечно, попытаться ультрафиолетовым клеем для тачскринов скрыть эту царапину. Но я сомневаюсь, что туда зайдет.